Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить от World Apes. Ага. Ага, Apes Exodus. Так, и что у нас дальше? Здорово. Чего? И что делать? Подожди. Вон зо! Блять. А, нам же в дверь можно зайти сначала. Ну окей. Пошли в дверь, я так понимаю, потому что пока что рычаг что-то не работает. Тут нужно выключить, да? Ну давай. Опа. Хорош. Пошли. Да, едет. Давно секреток, кстати, не было. Вообще прям давно. Что-то забыли разработчики. Так, хорошо, идем теперь этим. Так. Кого стрелять? Мочу козла. Какого? 7 штучек. Здорово. Минус 2. А, этот там. Эти же. И куда я улечу? Подожди, я могу на этой штукой подняться, да? Не могу. Да что ты так много ходишь-то? Чуть-чуть подойди. Да чуть-чуть подойди, говорю. Ты дурень? Чё ты? А, это вниз, блин. А вот это куда? Это сюда, а это назад. А как ему сказать, чтобы он пригнулся? Ах ты, сука. Падаль. Как он узнает, что это я вообще, в принципе? Как это можно узнать? То есть я иду просто обычным чуваком, своим же охранником нормальным, и он узнает, что это я. Но почему это? Как это работает? Ладно. Как-то нужно успеть его присандалить. Это чтобы наверх, да? Да, по чуть-чуть подойди. Ну что ты, я тебе легонечко нажимаю. Дебил. Друг друга хорош. Подожди, а там что было? Еще давай разочек. Давай еще разочек. Там еще было, были одни двери. Надо еще туда сходить. Это, наверное, скорее всего, вот сюда. И выключает. Да, все, погнали, окей. Я понял, понял. Все, я разгадал. Разгадал эту загадочку. Тролливалечки. И там это самое. Я сейчас вот эти штуки врубятся, скорее всего, когда я это сделаю. Ну, блин. Я, да, в принципе, мне тут по барабану. А? Не, не туда. Прикинь. Блин, с самого начала, прикинь. Я забыл сохраниться. Ладно, сейчас попробую все с первого раза сделать. Хотя, давай сначала пойдем туда, потому что там сложнее всего. Что-то там в доме. А чё я, подожди. Да блин, не то делаю. Я ж сначала надо в дверь. В дверидзе. Ай, сейчас дверидзе сделаю, потом сохранюсь. Все. Потому что делать одно и то же постоянно, это не вообще не круто. Да ты чё? Так, вот тут давай сохранюсь. Так, как они знают, что это я? Ой. Подожди, а разве их здесь трое было? Ну ладно. Я забыл про них вообще. Ладно, погнали. Вторая? Это вторая, третья. Все, идем так. Ага. Так, теперь идем, короче, в... вот сюда. Сначала, для всей кучи. Да, встань ты. Так, где? Вот тут я, так там чувак.
И они его пришмаляли, вы чего? Так, хорошо, это не вариант. Ладно. А. Окей, понял, спасибо. А ты сюда не умеешь. А я не могу стрелять. А, или могу. Хи-хи, хорош. О, прикольно. Да ну, не переходи, ну, на раз. Молодец. Так, Неавторизированные слиги не могут здесь быть, короче, это самое. Открыл. Ага. Вот почему я не могу по диагонали выстрелить? Он может, а я не могу. Так, здесь зачистил вроде. Все, получается, что все. А, не, не все, подожди. Ну, в принципе, все, да, только так быстрее будет. Я думаю, вернуться так быстрее будет. Намного. И нужно сохраниться обязательно просто. Ай. Вот еще раз нужно, только она же сверху, там еще чувак остался. Наш козырный. Никто тебе не поможет. Не надо бить его. Так. Ха-ха-ха. Вот это красота. Вот это красота. Берегись. Все? Или я что-то еще не сделал? Так, я что-то еще не сделал. Подожди. А как, подожди, вон в те двери попасть? Ой, а что я? Вон в те двери еще нужно как-то попасть и открыть с той стороны. А где эти двери? Подожди, эти наверх, получается, эти назад, правильно? Вот эти вот наверх мне дают. Вот эти. Да блин, не эти, где они вообще? Вот они. Эти туда меня пускают, эти туда пускают. А подожди, а как же туда попасть тогда? Так, а вот эти, там я ничего не провтыкал, может какие двери провтыкал? Пошли посмотрим. Вот эти вот я не нажимал, да? Не, нажимал, подожди. Это сюда. Блин. Это сюда. А где еще двери? Бляха. А, ну да. Ага, вот тут еще можно пройти. Ага. Нифига тут, короче. Навыдумывали. Ага. Стоп, а с той стороны что? Вот там. Так, тихо, падать нельзя. Я не выберусь потом. Ну, в принципе, выберусь, только по кругу нужно будет еще пройти. Привет, пацаны, вас тут так много. Аж вот тут. Аж хрен знает, куда нужно идти. Аж пипец. Все, пошла жара. Сейчас будет круто. А, ну да, еще не здесь. Подождите еще секундочку. Ага, вот тут уже нормально. Так, сохранились здесь 7 человек. Так, 7 человек. Целых 7 человек. Ага, вот так. Сейчас этих спасем двоих. Пени-пени. Привет! Все, так, валите. Есть. Так, а подожди, стоп. Как я вот... О, сейчас будет классно. Ладно, не нормально, нормально, чё мы? Да это если там есть, так значит все нормально. Все это проходится. Если это есть, значит оно проходится легко. В принципе. Правильно? А чё ты не едешь? Раз, и пошли. И поехали. А вот тут осторожно. А, можно неосторожно. Нормально. Так.
А, блин. А тут-то еще... А тут нету еще одного? Нету, стопешка-то надо этого спасти тогда. Привет. Чё я тебе должен это и прощать? Слышь, за что, чувак? Ты тут сидишь, короче, полы драешь, а я тебе должен еще прощать тебя. Ой, вот я дурак. А, сди. Все, пока. Их. Так, а вот здесь чего? Тут я могу, в принципе, перепрыгнуть, но мне нужно вниз, наверное. Хотя, какая разница? Все равно я там буду, да? А, мне ж чувака надо. Право, пошли. Сколько там еще осталось их? Это раз, два, три, четыре. Четыре еще. Сколько там? Вниз нельзя. Ага, подожди. Бабах. Вниз нельзя. А, вниз вообще нельзя. Никак, даже не хватается. Хорошо, подожди, стоп, 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 стоп. А как я, подожди, попадал это наверх этим слигом? А, блять, точно. Я уже и забыл, что здесь была подъемка. Подъебка. Так, ну там у нас ничего нет вроде. Да, ни секреток, ничего, хорошо. Сколько у нас тут народу? Три. Здорово. Афли. А стоп, а куда их вниз? Три. Все три или нет? Вы чё? Драюшки-мураюшки. Привет. Так, ну вроде всех спас. Только не знаю точно. Всех или нет? Ну вроде всех. А там как получится? Ой, блядь. Ну да, долбоёб. Ну хорошо, что я здесь сохранился. Недалеко. Надо сначала было крутануть эту штуку, ну. Ну вот видите, какой внимательный, прям шикарно, да? А, здорово. Ну вставайте! Работай. Привет! 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 Окей! Да чё вы драить-то садитесь сразу же? Чё вы такие дурачки? Привет! 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 Окей! Окей! Так, есть, хорошо. Отлично. Тут включили, там этих всех взяли. А вот тут, подожди, ничего? Нету. Ладно, погнали. Я надеюсь, я всех спас. Вроде никого не пропустил. Есть табличка? Где табличку посмотреть можно? Кия. Хорошо, ну погнали. А что делать? Еще одна, давай еще. Да ёб! Ты из меня издеваешься, игрушка, что ли, сейчас? Прям вот тут, на туре, серьезно, прямо сейчас, вот в реальном времени, или что? Может, хватит? Может, хватит дверей? Блин, сука, можно? Достали уж. А ну-ка, ладно. До конца как раз нормально будет. Ноль, все нормально, в ноль вышло. Что там? Не вижу ничего. На! Привет! Ой, они что-то очень быстро падают. И они в газульку попали. Ладно, может, я это неправильно сделал? Ну а как? Я в принципе... А что вот эта штука делает? Дверь нажал. Вот дебилы. Это очень все увлекательно.
Капец. Это жесть какая-то. Да пацаны, успокойтесь, блин. Да ебанутые. Давай нажимай. Да блять, кони вы. Нет, ты посмотри на них, а. Да долбодятлы. Кошмар. И как я теперь всех вас пробью? Блин, я не пойму, вот это моя верхняя, только верхняя открывает. Все. Да ебуша. Стойте. Ага, они только меня подъебывают, да? Ладно. Да блин, я же тебе не нажимал. Стоп, а почему не отключается? Да! Подъебуша. Капец вы придурки, я вам... Да ну, подождите, давайте без дверей вот этих. Я только свои открываю, получается, да? Они свои. Блин, ну вы дебилуши, я вам отвечаю. Смешно, блядь. Stop it. Да в смысле? И как они пройдут? Если я своей же закрываю им. Понял сейчас. Вот и как мне их пропустить туда, если я своей закрываю себе и открываю им, но мне же туда-то нужно пройти. Это как вообще? Подожди. Я же... А вот это я открываю переднюю им. Вы что, прикалываетесь сейчас? И что, я закрыт теперь? Куда мне деваться-то? Я что-то не понимаю, да, сейчас? Хорошо, мне как? Ничего не понял сейчас. Сейчас я сейчас вот реально не вкурил. Хорошо, как эту дверь открыть теперь? Это открывает эту. А. Просто они немного долбоебы. Я понял. А я вместе с ними, блин. Стоять, блядь! Дебилоиды. А то сейчас начнете разбегаться, как придурки. Стой! А, ну да, я смогу, в принципе. Трое! Не все.
Подожди, я не всех спас. А дверь уже закончилась. Или я... Или здесь, я так понимаю, просто, ну, типа, неважно, да? Так а зачем мне вот эту штуку сейчас опять дали? Для каких херов? Она для чего-то нужна? А для чего, блин? Если она на следующую дверь уже не активная будет, нахрена? Чё за приколюха? Вот, нет уже. Она же неактивная уже. Так, опять эти улыбаки гребаные. Двое осталось. Мне на ту сторону. Ой, подожди, я же не ту кнопку нажал, да? Мне вниз, да? Да в смысле, я же тебя не задел? Ты меня не ври. Так, ну мне вниз в любом случае. Так, тихо, попердёшка есть. А я могу вверх, могу туда. Ну, я не знаю, мне нужны эти придурки или нет. Так, я так понимаю, лучше пердануть, да полететь туда влево. Ушатать тех, кто спит. Если смогу здесь пропердеть. Смогу. Так, ты один? Не пахнет тебе ничего? Вау. Ладно. Сделаем пока вот так. У нас есть три штуки. Четыре. Так, шатанем второго. На всякий случай. Может, он нам будет мешать. Так. Попердели вперед. Вот ты. На. Потому что там кастовать тебе, как всегда, нигде нельзя. А разработчики красавцы, молодцы вообще. Просто позаботились о том, чтобы нигде нельзя было скастовать. А где еще? Где-то еще кто-то. Мне такое, как пердел. Нет, внизу. Вот смотри, вот эту штуку я вынесу. Нет, почему? Давай на всякий случай, короче, ладно, убью этих двоих, потому что, может, они мне мешать потом будут. Которые снизу, справа. Было бы классно в жизни так в пук залететь. И можно было бы пуком управлять. Мяу-мяу. Хи-хи-хи. Где твое хи-хи-хи? Так, это типа сверху. Это типа ладно. Это типа что тут? Это типа вот так. А там ухватишься? Ухватился. Окей. Ага. Вверх-вниз, что это за знаки? Я правильно сделал? Правильно. Блять. Так, а подожди, тут нужно слига заарканить. Одному. Нужно нижнего. Угу. А, подожди, нужно нижнего. Ну да. Нельзя. Ладно. Сейчас попробуем собачек хотя бы завалить. Успел. Блин, я забыл, что здесь собаки. Так, ну того я не смогу завалить. Так, а подожди, а он там меня сможет? Или нет? А ну еще раз туда пройдемся. Ага, я этого еще не заарканю. Зашибись, блядь.
Ладно, погнали. Так, а мне, подожди, в любом случае нужно как-то его убрать. Ладно. А может быть и не надо. Вот тут что делать? У меня же здесь тени нету. И вот что сейчас мне делать? Он же сейчас развернется и сразу же выстрелит в меня. А он не встает, да? Да я успел, руки! Подожди. Не то пальто. Нет, не то. Вот это то. Успел. Все. До свидания. Привет, пацаны. Что с ними не так? Стоп, что с ними не так? Они долбоебы, да? Я понял. А и что с ними делать? Где-то чувак спал? Как мне их провести-то, они ж дебилы. Так и чё? Этот-то не убьёт же его никак, там не прострелить. Не пойму сейчас, что делать. Как мне этого Слига убрать? Не понял вообще ни разу. Как мне их забрать-то? Они почему не идут вообще никак? Ни хера не пойму. Я ж-то не скастую здесь никак. Опять этот звук. Блин, чуть-чуть мне никак. Как это? Как это вообще? Сейчас не понимаю, потому что у меня никаких вариантов, в принципе, нету. Он там ходит и, блин, и эти что-то либо боятся его, либо я не знаю что. Почему вы не можете... Почему... Что с ними нужно сделать, чтобы они, блин, стали нормальными? Я ж скастовать не могу. Ну да, и все. А ладно, давайте на этом закончим, в общем. В следующей серии
Думаю, разберемся, как эту всю хрень сделать, но я сейчас пока не понимаю, реально, не за что зацепиться просто, реально не за что. Нет никаких зацепок, вообще ничего нет. Вообще ничего не вижу, просто тупо два чувака, которые не идут почему-то из любого предлога, они хотят идти, вообще не знаю как. И этот у нас мешает. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте, всем до встречи в следующей серии. От World Apes Exodus. Да, короче, без слов. Все, всем пока.